Всем привет, дамы и господа, у микрофона снова мистер Чейзер, вы смотрите мой жесплей канал, и давайте-ка посмотрим на игрушку Satisfactory, которая сейчас в раннем доступе, и которая сейчас не в Стиме, а в Epic Game Store. И как бы я сейчас не буду развивать какие-то холивары касательно вот этих вот площадок, распространения игр, да, там типа Steam против Epic Games, вы и так все прекрасно знаете, где что вам хочется, там и покупайте. Мы сегодня посмотрим на игру со стороны и с точки зрения игры. Не стоит забывать, конечно же, что это ранний доступ. Разработчики сами писали, что игра будет вариться в раннем доступе около года. Ну, или приблизительно, да. И вообще, с чего это вдруг я решил посмотреть на игру Satisfactory? Ну, по нескольким причинам. Во-первых, разработчики этой игры Coffee Stain Studios. Это студия, которая мной, ну, несколько уважаема, потому что они сделали достаточно прикольный симулятор козла, Goat Simulator. Они сделали очень неплохую дилогию Sanctum, который называется, это Action Tower Defense игры, очень прикольные, кстати, и вторую часть я всем советую. Если первая такая сыроватая и без кооператива, то вот вторая просто топчик и вышечка в плане Action Tower Defense игр, прям мое уважение. И они еще сделали какую-то игру, уже точно не помню, ну то есть... В принципе, они более-менее известны в плане разработок. Дальше, еще чем меня привлекла эта игра, потому что я в Factorio наиграл не один десяток, а то и сотни часов. Можете у меня на канале поискать записи стримов, там как бы, ну, реально очень много этих записей стримов, и, в принципе, можете сами заценить, посчитать, сколько десятков часов я наиграл на стримах, и вне стримов я очень много наиграл. И на пиратке, я помню, когда у меня еще и в лицензионной версии не было, я наиграл тоже очень много. Как-то так. Так что, в принципе, игру вот эту Satisfactory сравнивают с Factorio. Ну, судя по геймплейным роликам, так-то оно есть. Так, давайте-ка начнем игру. Игра у нас, кстати, мультиплеерная, да, и можно как бы создать игру. Но так как у меня пиратка, только тсс, да, я этого не говорил, да. Мы чисто скачали игру, чтобы проверить, какова она вообще сама по себе на состоянии раннего доступа. А если уже вкатит мне игра, то когда она выйдет в стадии релиза и, возможно, появится даже в Стиме, тогда я ее буду готов приобрести. Ну, это если, да, слишком много если. Так что давайте посмотрим на нее на протяжении получаса. В конце подведем какие-то промежуточные такие итоги, ну, то есть выделим плюсы и минусы игры, ну, приблизительно, что сейчас на состоянии раннего доступа у нас есть. Ну и как-то так, посмотрим. Музыка мне уже, если честно, нравится на заднем плане, она такая прикольная, космическая. Мне, если честно, вкатывает. Так, welcome back, 257. Что за 257, непонятно. Угу. Мы на орбите какой-то. О, можем головой крутить. Так, внимание, первопроходец. Следующее видео поможет вам. Ну, поможет вам. А можно субтитры? Субтитры. Пожалуйста. Ясно. Короче, создавайте заводы, чтобы строить какие-то здания. Исследуй планету, чтобы собирать ресурсы. Ну да, понятно. Ага, анализируйте все странное, что вы будете находить. Чтобы мы могли это дело классифицировать. И автоматизируйте. Ну понятно. Это все. Очень краткий инструктаж, но познавательный. Так, находитесь в своих посадочных местах, сейчас мы входим в атмосферу. Ну, поехали. С Богом, как говорится. Мне так нравится, как свисают провода здесь, вот просто берут и свисают. Фонарик у нас какой-то там справа, ну или типа того. Ну, судя по отзывам и всяким видеороликам, которые я успел уже посмотреть, игру сравнивают с Factorio по одной простой причине. Потому что здесь мы строим заводы, собираем ресурсы, автоматизируем производство, чтобы делать более сложные какие-то вещи. По сути, это то, чем было интересно Factorio, автоматизацией своей. Ну и посмотрим, чем вот эта вот игра Satisfactory выделяется и будет выделяться на фоне Factorio, кроме того, что она в 3D.
По сути, если это будет все так же, как и Факторио, но в 3D, то смысла этой игры много не вижу. Так, нам рассказали про наш костюм. Наклеечка или что это? Ого, что это за скат полетел? Ну или хрень похожая на скат. Кстати, хочется пару слов сказать о том, что... Входящее сообщение. Где? О, вот и субтитры. Так, добро пожаловать на планету Массаж 2AB, которая станет для вас точкой назначения бинарности звездной системы Акича. Я Анна, известная как автоматизированный нейросетевой ассистент. Моя задача — помогать первопроходцам, таким как вы, в их экспедициях. Вы третий человек в этом секторе, который пережил посадку на планету. Поздравляю. Ну, спасибо. Рад слышать, что я пережил ее. Внимание, инициализировано целеориентированное обучение. Добро пожаловать в введение. Давай. Я хотел рассказать вам небольшую историю. На пробел можно прыгать. Клево. Разберите посадочную капсулу. Полученные материалы будут использованы для строительства хозяйственно-аналитического блока, который с этого момента будет наименоваться хабом. Ну да. Так. Ну, так просто. Fixit Incorporated фокусируется на эффективности и рентабельности. Ну, окей. Так, на тап у нас инвентарь. Вторая задача. Прежде чем покинуть зону высадки, удостоверьтесь, что вы экипировали ксеношокер производства Fixit Incorporated. Чего? Так, согласно инструкции, каждый первопроходец должен иметь доступ к защитным средствам против инопланетной угрозы. О, уже можно собирать. Что-то. Так, пресс-таб. Да, русификатор сейчас вижу замечательный. Электрошокер? Серьезно? Я не думаю, что электрошокер такую хрень убьет. Так, пожалуйста, ознакомьтесь с работой сканера ресурсов, чтобы найти ресурсы. Добыча железа является обязательным условием при подготовке ко всем будущим задачам. Нажмите C, чтобы просканировать месторождение ресурсов. И... О, что-то найдено. Hold E to gather resources from deposits. Железная руда понадобится для производства. Так, я хотел вам... Ого, что это такое? Хотел вам небольшую историю рассказать о том, как бы вообще, как я об этой игре узнал, да, изначально. Да. Первоначальное сканирование обнаружило, что цветочным лепесткам свойственны красительные свойства. Требуется дальнейший анализ. Понял, сделаем. Так вот, как я про эту игру вообще узнал... Это расходные предметы обладают не сильными зрительными свойствами. Сканеру объектов требуется дальнейший анализ для идентификации. Можно, да? Все, точно, спасибо. Короче говоря, игру вообще анонсировали в рамках PC Gaming Show, насколько я помню, на E3 2018 года. И мы тогда это дело с ребятами с Cold Planet, помнится, стримили. И была как бы дикая ночь, да, ну потому что там часовые пояса, все дела. И в общем мы сидим, стримим это дело, ну смотри какая хрень, я как в Morrowind попал будто бы. Короче говоря, сидели мы с пацанами с Cold Planet, стримили это дело, уже засыпали, ну PC Gaming Show, все дела, вы сами понимаете. И тут внезапно анонсируют вот эту вот игру. Крыша седа. Я, кажется, его убил, да? Нифига себе мощный получается. Ну и кто теперь тут главный, а? Че ты? Кто теперь главный? Ой, сдуюсь. О, так и сразу. Лапы надо поднимать, когда сдаешься, понял? И, короче говоря, мы хоть были сонные, дичайшие, но все равно как бы сели такие, типа, о, это ж Факторио в 3D. Типа, прикольно. Так, вот это у нас железо, да? Я какое-то дерево собираю. Так, а где железо? Вот это железо, нет? А где? А, 80 метров еще идти надо. Это я еще не пришел. Так, я, короче, буду идти и просто ешку прожимать попутно. Не, ну, в принципе, игра выглядит красиво. Мне нравится. То есть у меня тут ультра, все дела. Это что такое? Бериловые орехи. Может, нам еще хавать надо будет? Так, не сильное целительное свойство. Да-да-да, надо проанализировать, понятно. Ага, вот месторождение. Ну, в принципе, игра выглядит неплохо. Так, что это за срань? С поднятыми лапами, чтоб я тебя видел. Ого! А ну стой! Эх ты ё! Гарный налево! Он меня бьет! Это говно меня бьет! Вот так, на противоходе! Где твой понял? Во-во, правильно, сдаюсь! Это будет знак того, что ты сдаешься. Куда он пропал?
Что-то быстро он пропал. Так, где железо? Вот это железо, да? Ох, ё-моё, как ярко. А, серьезно? Как факторио, да? Типа как факторио, берешь и по кусочку копаешь. Завершение цели будут потрачены ресурсы, полученные при разборе. Ну, железная руда, понятно. Хаб построен на просторной открытой местности, неподалеку от залежи железа. В противном случае, возможно, не оптимальный прогресс. Ну, постараемся. На кьюшку у нас строить, я понял. Странно, что игра не полностью русифицирована, да? Ну, тут вроде как более-менее просторное место. Прям рядом с железом. А есть карта у нас какая-то? Так-так-так. Не, нет. Ну, или пока что нет. Так, ох, ни хрена себе хаб. Что это за хрень такая? Это, короче, наша главная база. Да, ну давайте мы где-то ее подальше сделаем. Кстати, гравитация здесь какая-то странненькая, как на Луне. Типа, уи-и-и, прыгаешь и летишь немного. Так, вот тут у нас залежи железа, да? Хаб мы делаем, например, здесь. Так, как строить? Левой кнопкой мышки строить. Оно само строится или что? А, все, построено? О, что-то быстро. Поздравляем, вы разблокировали элемент хаба ручной производственный станок. Элемент хаба, терминал хаба. Угу. Пятая задача улучшения хаба, хранилище и энергия. Производственный станок и терминал хаба требуются вам для перехода к следующей задаче. Окей. Учи меня, Анна. Улучшайте хаб с помощью терминала хаба. Терминал хаба. Так, ранг 0. Улучшение хаба 1. Выбрать цель. Мастерская для создания оборудования плавильня. О, давай плавильню. Не знаю, ну выбрать цель. Ожидаются ресурсы. 10 железных прутиков нам надо для этого делать. Так, тут что нам надо? Железные станки мы можем... А, то есть мы можем из железа делать станки, да? По одной штучке, что ли? Да. Давай наделаем... А нельзя как-то там... Штук по 10 делать сразу, нет? Давай 30. Так, железных прутиков 10 штук надо было, да? 10 штук, вроде готово. Ну, в чистое факторио, блин. Улучшите хаб. Ое. Личный ящик. Осторожно, скользко. Ну да. Поздравляем. Вы разблокировали элемент хаба, генератор биомассы. Личное хранилище и сканирование меди. Как это произошло? Как это? Новое оборудование, занято чертежи, можно найти мастерской после ее постройки слить на меню и на производственном станке соответственно. Как я вот это делаю? Как я вот так... Я что, Иисус? Шестая задача улучшения хаба строительства. Подключайте строение генератора, чтобы в них поступало электричество. Сжигатель биомассы. Внимание, такие строения, как плавильня, для установки требуют чертежи. Совет. Автоматизируйте процесс выплавки, а также используйте портативные бурильщики для оптимального результата. Anafixit.biz. Так. Какие ресурсы сканировать? Можно медь просканировать. О, медь где-то далеко. 180 метров аж. 300, 400. Ну, ближайшая где-то вот там, на 180 метров. Так, не-не-не-не-не, не хотел это делать. А, ладно. Так, сжигатель биомассы. Сюда надо, всякие листики, наверное, кидать. О, пошло дело. Давай. Перерабатывай все это дело. Так, хорошо. Портативный... Так, я понял. О. Линия электросети. О, прикольно. Так, что еще у нас тут? Есть личный ящик, да? Так, ну сюда мы можем просто что-то складировать. Логично. У нас инвентарь, в принципе, не такой уж и большой. Так, плавильня у нас есть. Электричество, линия электросети... Производственный станок, да? Мастерская для создания. Ручное производство оборудования. Плавильня. Переплавляет руду в слитки. Угу. А мы можем делать вот этот, как он называется? Улучшение хаба 2. Выбрать цель. 10 железных пластин. Я вроде их делал или нет? А, слитки я делал, подожди. 10 железных прутиков. Ну, 10 прутиков я могу прямо сейчас сделать. Это несложно. Так, 10 прутиков.
Затем 50 проволоки. Ну, проволока из меди делается, насколько я помню. Железная руда у нас есть. Так, да, у нас нынешняя цель справа вверху. Так. Hold C to select the resource to scan for, build an equipment workshop and a craft, and craft a portable miner. Так, нет, стоп. Portable miner, это оно? Переплавляет руду в слитки. Хорошо, плавильня. Не хватает средств. А, нам нужно проволока. Ну, короче, нам надо сейчас пойти медяхи добыть. Погнали, где-то там была медяха. Вот. 160 метров. Я надеюсь, у нас как бы база будет отображаться, да, что она где-то там. А ну кыш отсюда. Оба! Я мяха прыгун. Прыгун-скакун. Ты смотри, какой наглый. Большая черепаха, защити меня. Тут сумасшедший. Хать! Ха-ха! Ой, их двое! Ёткарный налево, не хватало еще от непланетной хрени умереть. Надо как-то его догнать. Ё-моё, ладно, я понял. Слишком много повреждений. Нет, не запрыгнуть, жаль. А сюда? А, тупое создание. Блин, а я тоже не могу атаковать тебя. Так, один готов, где второй? О, давай. Ух, ё, он запрыгивать умеет все-таки. Будем пользоваться несовершенством этой игры и ее ранним доступом. Капец, они отлетают прикольно. Так, а как там хилище свойства было написано? Нет. Источник энергии. Орехи. Можно съесть, чтобы восстановить здоровье. Нет, съесть я хотел. О! О, нормально, хилимся, живем. Что-то как-то быстро все сожрал. Блин! Эть! Да нет! Да ё-моё, где-то срань! Так, экипирую ее. Где это говно? Это что-то эта игра превратилась в какой-то экшон. На, ты говно! Инопланетная срань. Уху! Ставлю 8 из 10 за прыжок. Эффектно было. Так, где у нас медяха? Я уже должен был до нее добежать. 200 метров. 400 метров. Серьезно? Ты где-то же была рядом медяха. Блин, я что, я пробежал ее? Или пожили? Я железо скринил. Медь. Вот медяха вроде. Нет, это железная руда. Медяха у нас где-то там. Ладно, сейчас пойдем до нее. Блин, прикольная на самом деле игра. Правда, мало что понятно, что здесь находится, да, и чем можно заниматься, но прикольно, мне нравится. Забавно. Так, вон медяха сверху. Эй, надо еще как-то наверх запрыгнуть. 500 метров. Не, ну я побегу к ближайшей, логично. Еще дерево где-то тут собирать можно было, да, там? Пеньки всякие. Ну, листики, как было написано, в принципе, да, нужны для того, чтобы банально это, как оно называется, в топливо закидывать. Так, где-то тут медяха есть. Так, медяха, здравствуй, ты мне нужна. Немного тут падает медяхи. В смысле? Да ё-моё, вы что, прикалываетесь? Серьезно, сколько можно? Отстаньте от меня, у меня орешки закончились, мне уже есть нечего. Так, медяхи тут было достаточно. Что еще можно захавать? Цветочные лепестки. Панцирь. О, орешки. Раз, два, три, четыре. Что-то быстро они расходятся, надо где-то еще пособирать. Надо где-то еще орешков пособирать. Так, ладно, тут у нас, короче говоря, медяха, да? Здесь мы можем добывать. 4-6, по 2 штучки мы добываем. Мало. Очень мало. Так, ну зато это недалеко. Рядом с хабом. Это мне нравится. А еще надо где-то орешков найти.
То что-то ХП у нас улетает, ё-моё. Будь здоров, я бы сказал. Так, железная руда тут есть. Цветки какие-то, не знаю, что за цветки, потом разберемся. Поля ягоды какие-то. А, ладно, неважно. Так, что у нас тут? Это железо, да? Я что, тут рядом и построился. Короче говоря, там у нас медяха есть рядышком. Отлично. Так, что надо сделать еще раз? Плавильню, да? А, не хватает средств, точно, нам нужно... Тут получается не как фактория, тут надо самостоятельно крафтить некоторые ресурсы, ну, ту же проволоку, например, да? Рецепт недоступен. Медные слитки нужны, окей, давай сделаем. Мне не сложно. А можно как-то... Список дел, нет? Нельзя как-то побольше это делать? Чё по одной штучке это делается? Я бы хотел хотя бы по 10, не знаю, вот мне нафиг не надо медная руда, как бы, в инвентаре, мне надо, как бы, слитки. Нет, занимайся хернёй, ну ладно. Так, кабель я пока тоже не умею, да, мне нужна проволока. Ну, проволока достаточно быстро делается. Окей, так, сколько там надо было? 50, ого. Ну, на тебе 50. И надо сюда железные пластины. Сколько это там штук? Сделаю сейчас все. Так, 10 пластин надо. Блин, я только 5 сделал. Так, ладно, давай железных слитков. Вот, блин, просто как бы... Ай, так медленно. Почему так медленно? Может быть, потом будет получше с этим делом? Я не знаю. Так, все, 10 из 10 есть. Так, окей. Улучшить хаб до 2 левела. Готово. Смотри как. Домик прям появляется, неплохо. А можно нам что-то внутри строить? Поздравляем, вы разблокировали сканирование. Камень. Новые здания и чертежи можно найти в строительном меню и на производственном станке соответственно. И... 7-я задача. Улучшение хаба, транспортные ленты. Внимание, используйте электростолбы для расширения энергосети и получения оптимальных результатов. Конструкторы способны производить большое количество деталей, но лишь одного типа за раз. Ага, электростолбы можем делать. Клево. Стройте конструкторы для автоматизации производства. Угу. Да нет, не хотел сканировать. Я немножко путаю сейчас в инвентаре еще. Так, производственный станок, мастерская для создания оборудования. Какого оборудования? Неизвестно. Конструктор. Создает деталь из другой детали. Классное описание, мне нравится. Так, плавильня. Не хватает ресурсов. Каких? Железные прутики? Почему я не могу... Блин, вот этого, кстати, не хватает здесь. Как в факторию это было грамотно сделано. Что здесь, типа, ты берешь и... Ну, как бы, если у тебя есть просто железные слитки, например, да? То они автоматически у тебя прям в руках переделываются в те ресурсы, какие тебе нужны. Ну, там, железные пластины, прутики и так далее. Как это было в факторе. То есть, если у тебя в руках есть просто железные, ну, как бы, железные слитки, то они могли у тебя прям в руках переделаться на то, что тебе надо. Это было очень удобно. Так, плавильня. Сюда входит, там выходит, да? Я понял. Так. Плавить мы будем в случае чего железо. Я, правда, не совсем понимаю, как это здесь производственная хрень работает. И хотелось бы, знаете, как-то отдалить, что ли, это делать. Фактория была удобна. Ты как бы сверху видел, как где что находится, а тут ни хрена непонятно и не видно, как оно будет. Ну, допустим, так. Окей. Так, тут мы, например, железные слитки делаем. Да, железная руда сюда входит и выходит в слитки. Так, стройте конструкторы для автоматизации производства. Будем строить сейчас. Так, конструктор. Создает деталь из другой детали. Окей. Можно автоматизировать, обеспечивая подачу деталей с помощью транспортной ленты. Класс. Что для этого дела надо еще раз? Так, для этого дела надо 3 кабеля и укрепленные железные пластины. В смысле укрепленные. О, да, есть такая штука. Железные пластины и винты нужны. Винты. Ну, давайте наделаем винтов. Так, и нужны железные пластины. Обычные, что ли? Это мы умеем. Укрепленные 2 можно сделать.
Не хватает обычных железных слитков. Блин, вот немножко, да, проблема. То, что вначале приходится руками очень много и муторное всего делать. А потом, типа, более-менее все пойдет. Но это потом. Пока это очень долго и муторно. Чего тебе не хватает? А, винтов, наверное, не хватает. Да, есть такое. Я не знаю, хватит ли столько или нет, но давайте глянем. 3 из 3, да, хватает. И надо 2 кабеля. Ой, я слишком много сделал. Ну ладно, не суть. Так, конструктор. Короче говоря, допустим, сюда будет это дело выходить. Блин, это немного неудобно, да? Я хочу более четко это подстроить. Ну, допустим, здесь строить. Так, хорошо. А ленты мы умеем делать? Я умею делать ленты? Рецепты? Нет. Вход-выход. Видимо, я не умею делать ленты пока, да? Так, а ну давай глянем, что у нас в хабе. Улучшение хаба 3. А, вот, транспортные ленты. Слоты инвентаря. Так, выбрать цель. Окей. Так, что нам тут надо? Надо улучшить хаб. Железные пластины нужны. Да ё-моё. 75 штук. Ёкарный налево. Ай, очень долго и муторно приходится вначале делать много всего, да. Ну, что поделать. Сейчас придется нам еще идти железо копать. Руками. То есть, если мы факторию могли уже пойти... И нахреначить всего. Уже автоматически какие-то хрени поставить. Укрепленные железные пластины, цемент, кабели. Кабель один пока закинуть, я думаю, достаточно будет. Ой, блин. 23 всего. Вот цемент пока не знаю, укрепленные железные пластины я все потратил. Ну что, ребята, да, да. А построить мы не можем, да? Какую-то бурилку стандартную. Видимо, нет. Ну что? Да начнется веселье. Да начнется геймплей. О, да. Весело, задорно. На самом деле, надо идти искать не вот эти вот залежи, да, которые рядом со мной, а надо вот эти вот, которые прям как наросты. Небольшие каменные торчат из земли. Вот такие надо идти искать. Медная руда, известняк. О, ну-ка, что у нас там по железной руде есть поблизости где-то? 140 метров? Нет. Железная руда. Тут... 190 метров, 300. Ну, пошли на 190 сгоняем. А, это там, где я был уже. Да, я помню это место. Бля, прикольно, летающие твари. Надо бы как-то еще по пути орешков каких-то найти. Да и вообще, может быть, просто поисследовать. Окружение. Так, вот у нас есть железо. Тут просто больше выпадает. 19, потом 25. Тут по 5 штук падает. Или по 6 вообще. 43, 49. По 6, да, по 6 штучек. Тут эффективнее фармить. Ну, поначалу, как бы, да? Потом можно же, как бы, автоматически добывалки, наверное, доставить. Блин, рукой палкой-копалкой какой-то копаю. Кошмар. Дожились. Это что у нас такое? Это медяха, по идее, да? Медяху мы тоже заберем. Почему нет? А, это известняк. Не знаю, зачем он нам нужен, но давай заберем. Известняк чистый. А что, есть грязный, в смысле? Я даже не знаю, как бы, ну, есть грязный вариант известняка или что? В чем прикол? Блин, дали бы хотя бы один автоматический бур. Ну, ё-моё, это реально будет долго. Капец тут известняка, я в шоке. Просто руками могу его добывать до бесконечности. Он даже не ломается. А, не, ломается, окей. А тут известняк impure. Типа нечистый. Угу. Что это такое? А ну давайте-ка глянем. У меня хпшка немножечко есть. Да, еще немножко есть. Что это за срань? Кия! Зеленый энергослизень.
Чего? Космический панцирь этого слизнеподобного создания, похоже, изучает слабую потенциальную энергию. Чтобы определить возможное применение, требуется дальнейший анализ кристаллов. Угу. Интересно вы придумали. Мы хрен знает, что это, но давайте изучать. Давайте, я не против. Вот это мне еще интересное место, что это такое? Я, наверное, туда зайду, и меня начнет коцать, да, или нет? Это место как бы не выглядит внушающим доверия. Мягко говоря. Ну да, скорее всего, меня будет коцать, если я туда зайду. Не буду подходить, ну нафиг. Наверное, там нужна будет какая-то защита. Химия или радиозащита какая-то, я не знаю. Медяха есть рядышком? О, орешки. Орешки, это я всегда рад покушать. Давай, хп-шку пополняем. По пол кубика, конечно, пополняет, но тем не менее, это хп. Хп-шка есть хп-шка. Так, тут еще он что-то находится. Что это? Медяха? Нет? Это вообще что? А, это известняк. Ну, его тут много. Сейчас еще добудем. Блин, тут на самом деле мир очень красивый. Тут, наверное, песочек можно будет покопать. Опа. Еще орешки. Блин, я немного путаюсь в кнопках инвентаря. Но спустя, наверное, пару-тройку часов как-то перестану, наверное, этой фигней страдать. Так, что это такое? Там какой-то звук. Видимо, потом уже будет пробурить туда. Там какой-то странный звук излучает эти камушки. Так, стройте конструкторы для автоматизации производства простых деталей. Я бы хотел это сделать, потому что я не совсем понимаю, как здесь автоматизация работает. О, орешки. Орешкам я всегда рад. Так, ну сначала нам надо хаб улучшать. Потому что, блин, как мы автоматизируем что-то, если у нас не будет, как это называется, даже простых, блин, этих конвейеров. Так, так. Улучшение хаба 2. Конструктор. Транспортную ленту подключить. Это, конечно, все весело и приятно. Но есть у нас бурилка. Вот, майнер МК-1. Он откроется через уровень. Отлично. Это просто замечательно. Короче говоря, я понял, здесь надо очень долго и муторно вначале крафтить. Вот прям именно добывать ресурсов очень много надо. Прям очень много. А потом на 5-м уровне улучшения хаба у тебя наконец-таки появляются автоматические майнеры. Ух. Весело, задорно, да? Вот это, конечно, не очень приятно. Поначалу. Потому что, говорю, в той же фактории тебе поначалу дают твердотопливные буры. Одну штуку вроде тебе дают, но тем не менее, с помощью нее уже можно нехилый старт себе дать. Прям реально нехилый и очень удобно. У меня же кнопка дрожит, видите, как вот это вот, которое я сейчас нажимаю, создание. Вот почему нельзя взять и все создать сразу? Немножко неудобно, да, это ранний доступ, я понимаю, но, блин, так неудобно немножко. Есть же у нас факторию, отличный пример. Так, нам надо железных пластин 75 штук. Капец, ресурсы улетают. Просто то, что я крафтил сейчас, то, что я сейчас добывал, минус ресурсы. Зашибись. Пластинки улетают. 50... И еще не хватает. Ё-моё. Все, что накрафтил, все ушло в пластины. Кайф. Еще одной не хватило. Ой, блин. Капец, вот это фармилка. Вот эта игра, блин, по фарму ресурсов. Я в шоке. Ё-моё, а. Так там еще надо улучшенные какие-то укрепленные делать, да? Так это третье улучшение хаба. Нам только на 4-м откроется. Нам только на 4-м откроется. Хоть что-то интересное. Офигеть. Да. Уже первый минус игры я вижу очевидно. Это то, что она неудобная. Shift, Ctrl зажимаю. Ничего не работает. Игре все равно. Она создает всего по одному. Так, кабели нам нужны. Мы можем их делать вообще? Да, можем. Они из меняхи делаются. Из проволоки. А вот проволоки у нас достаточно. А ну давай, Shift зажимаем. Не работает. Ctrl. Alt.
Я все кнопки нажимаю, не работает. То есть, игре все равно. Она говорит тебе, делай по одному. Так, укрепленная железная пластина. Ну, для этого дела нам очень много всего надо, да. Винтики нужны. Это нужны прутики. Ой-ой-ой-ой. Как же много надо, блин, фарбить. Так, что там нам надо было еще? Подождите, нам надо было цемент сделать, да? А ну цемент легко делается. Куча известняка. Я его и так насобирал. Так, 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 так. Еще знаете, что иконки какие-то мелкие здесь. Вот хотелось бы, чтобы они были побольше. Так, теперь нам надо сделать две укрепленные железные пластины. Ну, чё? Поехали! Давайте, может быть, так поищем железо. метров, погнали. Потому что так я буду ее очень долго добывать, эту железную руду, серьезно. Проще вот пойти вот так подобывать, как это водится из таких месторождений, которые, ну, торчат прямо из земли. Кстати, мы там какого-то слизняка взяли, он у нас в кармане, да? Да. Просто в кармане слизень. Да, да, почему бы и нет. Железо. Так, 200 метров, побежали. Блин, на самом деле игра очень красивая. Это то, что у нее прям вот не отнять. Красота. Вот такой должна была быть на самом деле No Man's Sky. Ну так, к слову. Я бы хотел, чтобы графин в No Man's Sky был такой. И возможность копаться, там, строить какие-то заводы. Была вот как в этой игре. Там интересно что-то снизу. Или просто туман такой. Так, почти пришли. О, еще. Находим. Так, орешки. О, злые твари. Вижу этих злых тварей. Он там ходит слева. Я просто пришел за железом. Если это твое железо, так и скажи. О, кажется, он меня не заметил. Блин, тут приседать нельзя, да? Не, нельзя. Я просто заберу железо. А, блин, сагрился. Вот скотина. Убежать-то вроде от него нельзя. Или можно. Просто никто не пробовал. Хе-я! Пока. Удачи тебе там. Увидимся на той стороне, как говорится. Так, вон еще железо есть. Короче, я понял, да, здесь надо тупо бегать, собирать ресурсы по началу игры, да? Вот прямо вот дико собирать ресурсы. Давай-давай-давай, влетай. Ты же хочешь кусочек этого человека. Только этот человек сам твой кусочек отведает сейчас. Так, это что у нас? Это железо, все, отлично. Все, фарм пошел. Прямо аж полетел, сказал бы. А, он там бесится, бегает. Ну давай, давай, побесись еще немножко, сейчас я к тебе приду. Ты, главное, не переживай, у меня орешков много. Захилиться смогу. Бериловый орех. Блин, вспоминая броник... Из сталкера, Берил М. Что-то как-то не знаю, как оно на вкус. Эти орешки, это как будто армированные пластины жуешь, наверное, да, какую-то? Типа как яблочко, типа, знаете? Яблоки железо, типа. Я там даже рукой, видели, ударил? Неплохо. Вот это я прям боец. Так, сколько руды? 176, нормально. 200 руды сейчас будет. Надеюсь, нам этого, ну, хоть на что-то хватит. Прям очень сильно надеюсь. Потому что здесь как-то ресурсы, ух, как улетают. Живенько, я бы сказал. Так, это... А, вот еще кусочек железа надо забрать. Я жадный до этого дела буду. Это надо дело все забирать. Чисто такая релакс игра, блин, крафтильня, так называемая. Кайф. Постримить ее, наверное, надо будет. Ты безопасный друг, а? Ну да, он безопасный. Ага, два не очень веселых парня. Тут какой-то лес, кстати, смотрите. Прям деревья здоровенные. Причем мне понравилось, что здесь есть несколько биомов. Вы видели, мы вначале выбирали биомы, да? И здесь их несколько штук. Это клево. Так, песочек, который, наверное, можно будет потом добывать для, не знаю, стекла какого-то, наверное. Пока не можем этого делать. Так, давай орешки соберем. Люблю орешки, вкусненькие. Так, может быть, по пути медяха будет какая-то.
не особо по пути, но где-то там далеко есть, да. Не, не пойду до нее. Так, тут мы уже месторождение выкопали. Ну, как сказать, выкопали. Нормальная руда осталась. Вот, нормал. И все. Прям крутая руда, которая на поверхности очень много дает ресурсов. Это мы уже давно к рукам прибрали. Так, вот листики собирать, деревья. Кстати, деревья. Мы же еще и деревья собираем, да? Железная руда. Медная руда. Дерево, да, дерево и листики. Мне кажется, и то может быть переработано. Оно еще дерево дает. Источник энергии для работы сжигателей биомассы и транспортных средств. Ага. Короче говоря, это тупо наше топливо. Как-то так. Причем здесь написано, у нас будут даже средства транспорта. Интересно. Надо будет заценить. Хотя вряд ли мы в этом видео успеем это сделать. Цветочные лепестки. В этом видео вряд ли мы это успеем сделать, потому что уже я сейчас буду, наверное, заканчивать, подводить итоги, потому что игра прикольная, залипательная. Я бы с удовольствием ее постримил. Вот прям с удовольствием. Мне очень нравится. Потому что фактория, ну как бы даже, наверное, в кооперативе, да? В коопе, мне кажется, намного лучше зайдет. Ой, как это сейчас будет долго, ё-моё. Да. Просто жесть. Хватает места в инвентаре. А, ну да, есть такая фигня. И от чего бы нам избавиться? Винты мы сделать не можем. Конечно, вот этот слизень не очень нам в тему, да? Надо, короче говоря, руду попереплавлять пока что. Один слот освободить. Ну как же это долго, ё-моё! Как же это долго! Прям ужас, как долго. Вот по одной штучке, я говорю, здесь надо сделать по 10, по 100 штук, я не знаю. Ну хотя бы по 5, ну это так долго, ё-моё. Так, давай прутики. Может быть, правой кнопкой мышки? Не, правая не работает, блин. Добавить в списку дел. Можно как-то добавить? А, я понял. Список дел, это в смысле, типа, что-то крафтить, оно у тебя на экране просто отображается, я понял. Так, винтики давай наделаем. Так, хорошо. Не хватает места в инвентаре. Да ты что, серьезно? А нам-то что надо? Пластины нужны, я понял. Сейчас наделаем. Отлично. Раз, два, три. Я не знаю, сколько нам надо. Две. Вообще нам надо было две. На, подавись. Новая почта к нам прибыла. Новое строение, новые части, игрок улучшен. Угу. Поздравляем, вы разблокировали новое здание и чертежи, которые можно найти в строительном меню и на производственном станке, соответственно. И... Спасибо, Анна. Восьмая задача, улучшение хаба, дополнительная энергия. Совет, при сканировании, при планировании установки строения, обратите внимание на расположение транспортных лент. Да, я знаю. Предупреждение. Перегрузка энергосети приведет к неоптимальной производительности. 100 пластин, 75 прутиков, 25 цемента. Короче говоря, фармильня. Тут прям началась какая-то ужас. Давай кабели туда, это закинем. Что там надо? Прутики, да? Капец, фармильня прям пошла. Вот просто не игра, а фармильня какая-то. Жесть. 4. Транспортная стойка. Что за транспортная стойка? Подожди. Что это такое? Какая там... Что? Какая нафиг транспортная стойка? Так, электричество. Столбы у нас были. Транспортная стойка. А, крепление для транспортных лент. А, я понял. То есть надо ставить стойку, а потом... Типа стойку, да... Ну, я понял, что у меня ресурсов не хватает. Ну, типа, я хочу посмотреть, как это работает. Одна такая. Сейчас сделаем. Тут вроде как несложно. Блин, по одной штуке, ну за что? Ой-ой-ой, игра. Ну, если ты воодушевлялась Факторио, ну, хотя бы сделала бы как Факторио. Ну, хотя бы повторила бы просто, как они это сделали.
Факторио игра, которая уже много-много лет существует. И у нее так все хорошо сделано. Просто с удовольствием в нее играешь. Я не знаю, что это за линия появляется. Мне хочется, чтобы она здесь была. Так, окей. И давай транспортную ленту. Ага. Раз. Не хватает средств. Понял тебя. Ё-моё, какой же тут поначалу жесткий гринд должен быть. Это просто жесть. Вот прям поначалу этой игры это прям очень жестко. Очень жесткая гриндилка. Прям жесточайшая. Вот первые часа два, наверное, вы будете тупо жестко гриндить. Вот, ну час, ладно. Два это слишком много, наверное. Вот тупо в ближайший час вы будете тупо гриндить. Причем жестко гриндить. Не просто гриндить, а именно жестко. Ай. Так, вот сюда. Сюда. А, то есть это как бы... Я не знаю, зачем я это сделал. Так, она меня... Я буду ехать? Ей! Бум, головой. Да, классная штука. Короче, я понял. Да, это так и работает, как по сути... О, можно залезть даже. Блин, тут, конечно, гравитация на этой планете такая жесткая, что я просто тупо перелетаю. Но приятно, что можно залезть. Короче говоря... Игра прикольная, но поначалу очень много гринда. Что это такое? Кстати, у нас сообщение какое-то. Входящее. Энергослизень. Кристаллический панцирь этого слизня подобного создания, похоже, излучает... Ага, подожди. Прикрепленные файлы. Так, я это уже все, да? Вы за эти сообщения? Отметьте все как прочитанное. Так, я это уже все прочитал. Игра, не тупи. Ну, фундаменты. Вау, прикольно. Можно выровнять поверхность, на которой можно строить фабрику. Клево. Стенки можно делать, домик даже. Клево, но только пока что нет экстрактора. Вот самое стандартное, вот что надо в игре сделать, да, чтобы типа на третьем уровне хотя бы хаба открывалась возможность построить экстрактор. Потому что... Ну серьезно, на четвертом левеле хаба? Ну я бы на третьем уже сделал. Биомасса. Ну как это, блин, на четвертом? Это жесть. На четвертом. Я хотя бы на третьем сделал, чтобы гринд был уже поменьше. Ну ладно, давайте перейдем к итогам этой игры, да? В главную менюшку давайте выйдем. Как минимум эту игру мы постримим. То есть я вот вам это обещаю, это реально очень неплохая игра. В которую, по крайней мере, хочется поиграть. Я, наверное, только более свежую версию скачаю, да? Покупать игру пока что я не намерен, потому что, как по мне, Факторио пока что приоритетнее. И она более интересная. Но посмотрим, во что выльется эта игра Satisfactory. Напомню, эта игра все еще в раннем доступе. Это как бы красуется надпись «И здесь». И здесь. И когда вы игру скачиваете на каких-то сайтах или покупаете в Epic Game Store, там везде написано, что это гребаный ранний доступ. Разработчики на своем сайте Satisfactory.com пишут, что... Игра проварится в раннем доступе около года, грубо говоря, где-то в феврале-марте, да, ну, где-то в феврале, допустим, мы следующего года, мы, наверное, получим релизную нормально работающую версию. Но пока что давайте подведем итоги по этой промежуточной версии раннего доступа. Из плюсов, что мне очень в игре понравилось, так это визуальный стиль ее. То есть графон отличный. Напомню, я, если что, играл на ультра настройках. Игра немножко проседала, это чувствовалось. Я не знаю, видели ли вы это видео или нет, но по FPS игра чуть-чуть, но просаживалась. Но в целом игра работает хорошо. То есть просадки спишем на ранний доступ, да? Окей. Игра нереально красива, мне это очень нравится, и это реально хочется записать в первый плюс. Дальше, что мне еще нравится, так это музыка на заднем плане. Она реально классная, приятная и создающая атмосферу такую... Ну, не фэнтези, но какую-то sci-fi атмосферу создает она. Реально очень приятно. Особенно вот эта музыка, которая сейчас в меню играет. Надеюсь, за нее копирайты не будут пролетать, потому что что-то как-то последнее время на YouTube копирайты совсем жесткими стали. Короче, что еще хочется отметить из плюсов этой игры, так это то, что у игры есть обучение. Обширное обучение. В принципе, понятно с обучением, как что где работает, да. То есть здесь вот помощник Анна есть, которая вам, если что, подскажет и поможет, где что вам надо делать, где вы застопорились по... прогрессии вашей, что вам надо приблизительно делать. По крайней мере, на первых шагах это реально удобно и это классно. То есть наличие обучения, это, естественно, плюс таким играм. Дальше. Еще плюс, наверное, то, что это разнообразие.
У игры очень много реиграбельности, как минимум здесь, как видите, вы создаете три, то есть можете на трех разных зонах начать игру, вы можете играть в кооперативе, можете играть в одиночку. Также, как и Factorio, здесь очень много всего в плане производства, в плане автоматизации, как я понял, будет. Тут и техника, как я понял, тоже будет. Ну, в принципе, очень много всего в игре, поэтому разнообразие, да. И противники есть, да, от которых надо тоже отбиваться, вот этой вот фомкой небольшой, самодельной, так сказать. То есть, прикольно, разнообразие в игре есть. А что из минусов теперь? Давайте пройдемся по минусам. Ну, во-первых, это... Ну, конечно, опять же, это ранний доступ, но с другой стороны, это сырость игры. Сюда можно написать и недоработку русификатора, да, то, что русификатор не полностью, ну, не до конца сделан. Сюда можно и написать падение кадровой частоты, ну, FPS, грубо говоря. Сюда можно и записать то, что игра немного странно работает, в том плане, что, ну вот, ты не понимаешь, почему от тебя требуется так много ресурсов поначалу. Возможно, это будет фикситься и правиться, потому что, как я сказал, есть Factorio, которая отлично работает, в ней очень много всего, и если вы не плюетесь ядом от двухмерной графики, от пиксельной графики, то поиграйте в Factorio, она подарит вам уйму сотен часов удовольствия и реиграбельности. Так что хочется поругать игру пока что, опять же, это ранний доступ, напоминаю, да, но она все еще очень сырая, то есть для раннего доступа она, в принципе, окей, да, работает и хорошо. Я не знаю, как тут мультиплеер работает, еще надо будет как-нибудь проверить, но она сыровата, реально, даже для раннего доступа сыровата. И второй минус, наверное, который хочется отметить, что мне еще в игре не понравилось, так это то, что в начале очень много гринда. Конечно, это то, что можно было запихать в сыроватость, да, первый минус, но мне хочется его выделить именно из первого минуса и выделить его во второй. Это то, что в игре поначалу очень много гринда. И то, что нам поначалу не дают хотя бы одного экстрактора ресурсов автоматического. То есть на каком там втором уровне, кажется, улучшение хаба у нас открывается, или даже на первом. Не, на втором полу... Не, подожди, после первого улучшения, да. Вроде как после первого улучшения у нас открывается возможность в биогенератор запихивать там листики, всякие орешки, дерево и так далее, да, и получать электроэнергию себе таким образом. И вот почему на этом уровне нам не дать возможность создавать простые экстракторы, биоэкстракторы какие-то, короче, куда ты листики закидываешь, и он работает. Ну, хотя бы какой-то такой базовый дать экстрактор, потому что бегать по всей карте, сломя голову, и собирать ресурсы немножко утомительно. Конечно, Factorio то же самое было, да, ты тоже поначалу ручками копаешь это дело. Но, блин, почему... Почему так много здесь этого вначале? Ну, хоть, ну, Factorio хотя бы давался этот твердотопливный бур, которым ты уже мог как-то немножечко облегчить себе работу вначале. Ну, и то, что мне в этой игре еще бесит, это тоже запишем, наверное, во второй минус. Это то, что поначалу, и вообще, я так понял, в игре ты крафтишь всего по одному. Почему нельзя сделать возможность крафтить ресурсов по 10 штук, по 50, по 100? У тебя в кармане может быть там, не знаю... 500 железной руды, и ты сидишь по одной штучке, крафтишь себе вот эти вот слитки металлические. Ну это серьезно, ребят? Разработчики, серьезно? Че так мало, блин? Почему по одной штуке? Я понимаю, что оно быстро крафтится, но, блин... Ну почему, когда ты кнопку зажимаешь, левую кнопку мышки, да, крафтить это дело, почему оно не ускоряется? Или почему игроку реально не дать возможность крафтить сразу все, что у него в кармане, да? То есть всю руду в слитки перегнать, например. Или... Хотя бы по 10, по 100 штук крафтить. Ну, короче говоря, вот это немножко бесит. Ну, а так, в принципе, игра неплохая. Даже на состоянии раннего доступа. Сыровато, с небольшими какими-то косяками в плане оптимизации. Но, тем не менее... Ну, оптимизации, в смысле, геймплея. Но, тем не менее, все равно приятная. Так что, с плюсами и минусами на этом все. Рекомендую ли я игру к ознакомлению? Да, ставлю ей зеленый палец вверх, но... так как игра продается пока что в Epic Game Store и пока что в раннем доступе, к покупке я игру, ну, ни в коем случае не рекомендую. Дождитесь, когда игра выйдет полностью в релиз. Возможно, к тому времени она и в Steam появится, ну, фиг его знает, мало ли. Сейчас же в Epic Game Store эксклюзивы на год, там, на полгода делают, да? Так ты глядишь, и Satisfactory появится в Steam, ну, посмотрим. Так что я бы вам посоветовал подождать и лучше купить на распродаже какой-нибудь Factorio и в нее поиграть и позалипать, пока Satisfactory варится в раннем доступе. Ну, а на этом все.
У микрофона был мистер Чейзер. Если вы тут впервые, подписывайтесь на канал, нажимайте на звенящий колокольчик, который будет звенеть каждый раз, когда будет выходить новое видео на канале. Лайкайте это видео и оставляйте свое мнение касательно этой игры в комментариях. Будет интересно почитать ваше мнение. Ну и напомню, что у нас есть группа ВКонтакте, по ссылке в описании, заходите, буду всем и каждому там рад. На этом все, всем удачи и всем пока, ребята.